В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Буква «Ы» в этом имени дает человеку чувство сопричастности, при этом владельцы имени всегда стремятся к справедливости. Ради справедливости они способны на любые действия. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Эти люди практичны и приземисты, обладают большим потенциалом, но достигают всего действительно черепашьими темпами. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Владельцы этого имени обладают высоким интеллектом, творческими способностями. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Чувство сопричастности, практическая сметка, тяготение к материализму, приземленность духа. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. С этими людьми зачастую бывают связаны несчастные случаи, как правило, пожары или взрывы. Поэтому только редкие представители этого числа проходят по жизни без визитов в травматологический пункт. Этим людям важно, чтобы окружающие признавали их авторитет, с уважением относились к ним. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.